Марцес Юрисович, здравствуйте. По вашему совету, в общем, смотрю, что-то победить не могу. Нашел единственное на текущий момент решение, которое работает. Потом дальше покопаю, что-то дело с кэшами. Причем кэшами не на сервере, а кэшами в браузере. Как-то жестко он ваш WordPress сохраняет. Вот, дело в том, что я самой CMS-кой не очень разбираюсь, я, ну, специализация немножко другая. И у вас нашел, в общем, такой метод. Запись, нажимаем. Если мы будем делать New 25, видите, у нас отображается постоянная прошлая ссылка прошлой записи. Эта ссылка взялась почему-то из кэша браузера, причем если мы эту страничку нажимаем Ctrl F5 и обновляем именно эту страничку, да, и нажимаем New 25, видите, у нас постоянно ссылка появилась New 25. Нажимаем опубликовать, переходим во все записи, у нас New 25 не отображается, опять кэш браузера. Нажимаем Ctrl F5, обновляем кэш локального нашего браузера, New 25 запись отображается. Опять хотите добавить новую запись, нажимаем, набираем New, допустим, 26, New 26, видите, New 25 отображается. Опять же, Ctrl F5, команда New 26, New 26, вот она, New 26, мы ее публикуем, и вот она у нас отображается, New 26, не перезаписывает New 25. То есть вывод, при создании новой записи мы заходим сюда и сразу нажимаем Ctrl F5. Превентивно, предварительно. Вот. Сразу, то есть после Ctrl F5 набираем New 27, и у нас уже новая постоянная ссылка на New 27, которая, соответственно, публикуется. И во всех записях мы нажимаем Ctrl F5, она отображается. Ну, пока такое решение, применяйте Ctrl F5. Вот, потом, может быть, как бы попадется решение, потому что на сервере я подключал кэши там и так далее, но не отработало. И почему-то отрабатывает именно локальный кэш. Локальный кэш браузера. То есть если вы будете заходить с другого браузера на этом же компьютере, у вас нормально первая запись, она создастся. Только вторая запись, она уже не создастся. Если вы у браузера нажмете... Ну, там есть функции, да, ой, так, очистить историю, допустим, за последний час, куки, там, кэш и так далее, да, то у вас будет создаваться новая запись корректно. То есть это какая-то проблема именно WordPress и именно взаимодействие с локальным браузером, а не с сервером. На сервере вот это ничего не кэшируется, это я уже посмотрел, проверил и так далее, все кэши почистил для сайта, отключил. И какое-то взаимодействие идет, получается, CMS-ки, CMS и локального браузера. Понять не могу, какое взаимодействие, потому что я не программист, но вот нашел метод Ctrl F5.